телеканал «Самара Кис». Город Самара. Приглашаем на сцену. Высокую награду международного кинофестиваля «Соль земли» приз главы городского округа Самара получил телеканал «Самара ГИС». Победу завоевал фильм «Директор» из цикла передач проекта «Обернитесь» телеканала «Самара ГИС», автором которого является ведущая Инесса Панченко. Главный герой документальной ленты – директор одной из самарских школ Сергей Цыганков, афганец, учитель, брат милосердия. Герой нашего фильма – это удивительный человек. Вот пройдешь мимо – не обернешься, но если все-таки обернешься, получишь большой подарок, потому что это такой пример, это такая мотивация, мне кажется, для каждого человека, который пережил действительно тяжелейшую ситуацию жизненную, который переосмыслил многое. Международный кинофестиваль «Соль земли» собирает в себе самые лучшие традиции и самарской, и куйбышевской школ кинодокументалистики. В этом фестивале продолжаются традиции самарского кино. Это во главе угла, конечно, человек труда, человек-созидатель, человек, который протягивает руку помощи, либо после какой-то перенесенной жизненной трагедии находит в себе силы восстановиться и творить добро. В этом году на суд отборочной комиссии были представлены более 500 киноработ. В конкурсную программу вошли 70 документальных фильмов. Поставили высокую планку, и, слава богу, мы ее сдержали, выполнили. Дело в том, что насыщенная очень была программа. Залы были переполнены, все три зала кинотеатра художественные. Это был постоянный поток молодых людей, которые оставляли очень хорошие потом впечатления свои. В этом году 16-й международный фестиваль «Соль земли» объединил сценаристов, операторов и режиссеров из России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистана, Сербии, Франции и других стран. Домашний, теплый самарский фестиваль. После Сибири особенно приятно оказаться опять в теплую погоду, в теплой дружеской атмосфере, где наряду и с мастерами, которых некоторых уже знаю, очень много молодых талантливых ребят. Самарцы и гости областного центра смогут посмотреть все фильмы победителя в пятницу 22 сентября в кинотеатре «Художественный». Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.